В городском округе Люберцы работает один из крупнейших в России операторов рынка автозапчастей. Логистический комплекс предприятий находится в деревне Машково. Он обеспечивает продукцией ведущие российские компании, а также объекты малого и среднего бизнеса. Подробнее о его деятельности расскажет Луиза Егиазарян. Более 27 тысяч квадратных метров и 445 сотрудников. Этот складской комплекс «Город в городе». Распределительный центр по хранению и логистике автомобильных запчастей открыли в 2017 году. В настоящее время строят еще один корпус. Он распахнет свои двери в начале следующего года и примет еще 200 новых сотрудников. Мы являемся крупным оператором на рынке поставок запасных частей ко всему парку отечественной автомобильной техники и сельхозмашин. Очень обширная география покупателей от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это и крупный корпоративный сегмент, это и перепродавцы по всей стране, и интернет-проекты, и конечный потребитель более мелкого там толка. В ассортименте компании более 260 тысяч позиций. Это весь спектр автомобильных деталей, от гаек до двигателей. 80% запасных частей отечественного производства. Это продукция таких российских заводов, как КАМАЗ, ГАЗ, Урал и многих других. Сейчас руководство компании идет по пути максимального импортозамещения. Таким предприятиям мы стремимся оказывать содействие, помощь, потому что такие предприятия, они, во-первых, интересны и сегодня они крайне востребованы. А еще такие компании вносят значительную лепту в экономику округа. Объем инвестиций в проект создания нового складского комплекса – более 500 миллионов рублей. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.